мажорными аккордами звучит увертюра к оперетте «Легкая кавалерия». Исполняет композицию образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД Беларуси. Ритм задает главный военный дирижер и по совместительству художественный руководитель. Мы сами режиссируем свои концерты и стараемся, чтобы была и динамика, чтобы, так сказать, охватить все. И, говоря простым таким языком, чтобы все-таки каждого человека, от ветерана до молодых ребят, это что-то шевельнулось внутри. На сцене Дворца искусств выступает также ансамбль песни и танца. В репертуаре 16 номеров. От мировой классики до фолк-рока. Здесь же кавер-версия популярной «Кукушки». В программе и народные хиты в современном звучании. Песня «Солдатская моя», «Калинка», «Сады цветут». Тематика композиции выбрана не случайно. Концерт посвящен году исторической памяти и 77-летию Великой Победы. Я не ожидала настолько, что вот музыка может, современная музыка, перекликаться с музыкой, которую в прошлые годы, да, родители наши слушали. Концерт, конечно, оставил неизгладимое впечатление. С коллегой присутствовали, мы в восторге. Надо всем знать историю, передавать ее из поколения в поколение. Очень хороший концерт. Очень-очень довольны, что побывали на таком концерте. Конечно, оркестр МВД – это шедевр. Гастрольный тур заслуженных коллективов продолжается. Бобруйск в списке третий по счету. Музыканты планируют посетить все областные города Беларуси. Следующим довоенный вальс прозвучит в Могилеве. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.